что ты делаешь? Пельмени делаю. Вот кусочек остался маленький теста. Сейчас еще его раскатаю и несколько этих кружочков сделаю. Вот сделала это кружочки. Красивые такие. И черный горошек, перец посолила, чуть-чуть, ну, посолонее немножко надо делать. И я вот сейчас буду пельменчики. Так, люблю. Раз. И все. Вот такой замечательный у нас пельменчик получился. Сейчас второй. Итак. Так, это вот, сейчас. Сегодня у нас вечером пельменчики вкусные. Фарш, свинина и говядина. Варятся у нас пельменчики. Фарш делаю. Сделала фарш и туда немножко водички добавляю, чтобы он был не сильно такой, был, ну, такой реденький. А то когда густой фарш, оно комком получается, и они не такие сочные получаются. Выделять будет сок, они очень вкусные. Вот так. Водичку чуть-чуть, ну, посолонее надо делать для теста. Так, это будет вкусно. Этой делать или стопкой? А нет разницы. Просто это есть такая вот, держать хорошо. Для яйца, да? Да, подставка. Это для яйца подставка. Я ее применяю для пельменей. Thank you.
перчиком, перчику добавьте. Я добавила перчик, лучок. Да, рыжик, пельмени ждешь? Когда покупаешь в магазине пельмени, угу, обязательно лаврушечку и это рожком перца добавлять. Угу. А вообще какой рецепт? Вот что, как ты фарш делаешь? А фарш вот это, через блендер я пропустила. Угу. Вот. Туда порезала луку и посолила и поперчила. Угу. А тесто? А тесто это самое, воду посолила, чуть-чуть посолонее. Угу.